В июле правительство Московской области и Фонд защиты прав граждан, участников долевого строительства, подписали соглашение о реализации совместных мероприятий по завершению строительства объектов социальной инфраструктуры «Урбан Групп». В рамках этого соглашения в ЖК «Лайково» будут достроены 12 многоквартирных домов, в которых будут жить почти 2000 дольщиков. Сразу после завершения строительства домов начнется установка социальных объектов.